В Карачаево-Черкесском государственном университете состоялся молодежный бизнес-форум для молодых людей. Он собрал тех, кто в будущем планирует стать предпринимателем. Сессия, обучающие тренинги, розыгрыши призов и возможность получить ответы от спикеров на все интересующие вопросы сопровождали участников бизнес-форума. Альбина Ламкова продолжит тему. Грандиозное событие для тех, кто хочет прокачать свои навыки управления и коммуникации, протестировать их гипотезы и идеи, а еще просто хорошо провести время на выступлениях и мастер-классах, которые собрало более 160 участников. На площадке вуза присутствовала молодежь со всей республики, возможно, в будущем известных предпринимателей. Молодежь – это одна из самых динамичных и активных социальных групп в обществе. Она играет важную роль в формировании и ее развития, внося свой вклад в различные сферы жизни, отметил министр экономического развития Карачаево-Черкесии Артур Езауф. Сегодня в активно меняющемся мире, в период изменений, молодежь должна суметь адаптироваться под текущие реалии, суметь для себя извлечь пользу, выгоду от происходящего и эффективно начать развивать свое дело. И наша задача государства и институтов развития – обеспечить их всем необходимым для того, чтобы дать им старт в начале осуществления собственного дела. Сюда могут входить и меры государственной поддержки, и наставничество, и адресная помощь каждому молодому предпринимателю. Составили программу форума, максимально полезная для людей, которые в будущем планируют создать и развивать свой бизнес. Как вы сами считаете, на каком этапе запуска бизнеса стоит заняться наймом ассистентов? Смотрите, как бизнес развивается. Он развивается как человеческая жизнь. Есть период там детства, да, потом там юность, зрелость и старость. То есть любой бизнес начинается со старта. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодежным предпринимательством. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. В будущем диалог с молодежью может стать залогом успешного развития экономики нашей страны. Молодежь не только учится, но уже создает, открывает и развивает свой бизнес. В этой связи сегодня мы для молодых и начинающих предпринимателей будем рассказывать об основах предпринимательской деятельности. Поговорили, продискутировали с экспертами, которые сегодня гостями, с экспертами, которые сегодня нас посетили. А также некоторые из экспертов сегодня будут вести образовательные несколько сессий. Кроме того, были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Сейчас предпринимательская деятельность является одним из наиболее эффективных инструментов направления деятельности с точки зрения успешной самореализации нашей прекрасной, талантливой, перспективной молодежи Карачаево-Черкесской Республики. И, конечно, здесь следует обратить внимание на то, что в рамках мероприятия и пленарной сессии присутствовали представители не только Центра «Мой бизнес», но и Торгово-промышленной палаты, конечно, Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики, и были представлены институты поддержки молодежного предпринимательства, где молодежь нашей республики, действующие потенциальные предприниматели, получили возможность задать свой вопрос, получить на него ответ. Спикеры форума рассказали о своем конкретном опыте и успехах в предпринимательской деятельности, поделились примерами успешных стартапов, инновационных проектов и преодоления трудностей на пути к успеху. Это были вдохновляющие и практические рекомендации для студентов, которые задумываются о своей собственной предпринимательской карьере. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.